Клинцовской епархии прошли Михайловские православные историко-образовательные и педагогические чтения. Мероприятие, посвященное восстановлению храма архистратига Божия Михаила в Новозыбковском благочине, проводится уже третий раз. В этот раз форум открыл епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир. Свой визит в Новозыбковское благочиние архипастырь начал с храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Людково. Божественная литургия в этой церкви была отмечена тем, что владыка доставил из Киево-Печерской лавры икону святого Нестора Летописца, созданную специально для Клинцовской епархии в честь 400-летия основания киевских духовных школ и ко дню памяти их небесного покровителя, преподобного Нестора Летописца. Эта икона освящена на мощах преподобного Нестора Летописца. И более того, по благословению блаженнейшего Ануфрия митрополита Киевского и всея Украины, нам дарована и частица мощей преподобного Нестора Летописца. Следующим селом Новозыбковского благочиния, которое посетил владыка, стало местечко под названием Новые Бобовичи. Здесь, в молитвенном доме, в честь архистратига Божия Михаила и началась конференция. Открывшееся молебным пением мероприятие продолжилось в сельской школе. Здесь к присутствующим обратился владыка Владимир. Он еще раз напомнил собравшимся важность того, что на Клинцовскую землю из Киева привезена уникальная святыня. Когда вы перед иконой преподобного Нестора Летописца вознесете и свои молитвы, чтобы он умолил Господа благословить все ваши начинания, все ваши труды, и чтобы третьи Михайловские чтения прошли под эгидой и покровительством преподобного Нестора Летописца.